Что питает ситрахру? От чего она питается? Ситрахра питается тем, что мы отказываемся от духовного продвижения и добавляем к этому свои собственные силы. То есть мы как бы находимся посередине между святостью и клипой, между желанием получения и желанием отдачи. И если мы предпочитаем желание получения, то этим она питается. Мы ее увеличиваем. Но хотя она и растет с помощью того, что мы слабы, не можем защититься, сопротивляться ей, все-таки есть тут условия, как сказано, проглотит и извергнет. То есть все наши падения в ситрахра, если у нас есть терпение, и мы все-таки продолжаем, то этим мы вызываем то, что все силы, все мысли, которые мы не могли исправить, и они упали в ситрахра, затем они выходят, и с помощью этого мы продвигаемся.